Каждый год в середине лета танцевальная студия «Аларда» собирает в одном месте всех, кто давно мечтал научиться латиноамериканским танцам. Мероприятие как магнит притягивает людей разного возраста и интересов. Побывать на вечеринке, проводимой третий год подряд, для некоторых становится уже доброй традицией. Душа рвется на вечеринке прийти, пообщаться с ребятами, потому что у нас уже свой такой сложившийся костяк. У тебя мысли отправляются в полет, я бы так сказала. Ну, я получаю колоссальное удовольствие от танца. Научиться социальным танцам в этот вечер пришли большое количество горожан. В этом году местом для проведения вечеринки вновь стал вейк-парк. Гости получили возможность потанцевать у самой воды под светом ярких софитов. Обстановка этого места в сочетании с музыкой создала по-настоящему летнюю атмосферу. Отдыхаю эмоционально и физически, можно сказать. От повседневности. Руководители танцевальной студии «Аларды» Андрей и Екатерина Топтаевы точно знают, что социальные танцы, как и любые другие, требуют определенных умений и навыков. Но научиться им может каждый. Мы танцуем не только здесь, под открытым небом. Стараемся везде. Да, да. Где можно взять, поставить колонку, включить музыку и начинать танцевать, нам, мне кажется, ничего не мешает. Все гости White Party смогли не просто приятно провести праздничный вечер, но и стать участниками мастер-классов и различных розыгрышей. Завершилась вечеринка в белом праздничным салютом. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24.